Всем привет! Очередная серия по вышибалам. Чё говорить? Надо вышибать, погнали. Появимся. А вот на этих кругах. Рядом с кругами. На кругах бывает, появляется дроп. Сейчас покрутимся, повертимся и погнали. Нам нужно вышибать. 5 человек вышибаем, 10 уровень получаем, топ-1 занимаем. Идеально. Это то, чего мы ждем. Мы ждем этого. А еще мы ждем дропа. Я вижу дроп, он там за горой. Вот там, вот там, вот там. Ну, я думаю, что там кто-нибудь уже и да появится. Зона в ту сторону. Тут никого нету. Тут дропа нет. Ну, кстати, он там был дроп. Там был дроп. И этот дроп, возможно, был хороший. Эскорт. Ну, не взялся, значит, не берем. Ну, зачем мне то, что не берется? Не, мы не берем второй уровень. Nissan достаточно едет хорошо для третьего уровня, я бы сказал. Поэтому ищем что-то помощнее. Ищем что-то повыше уровня. Выше, мощнее, быстрее. Но похоже, что дропа как бы и нету. Нету дропа, нету вообще. А где дроп-то опять? Куда он делся весь? Почему его нету? Там кто-то он едет. Сейчас за мной поедет. Не надо за мной ехать, у меня нету машины, чтобы гонять с тобой. Была бы машина, я бы с тобой погонял. А так нету ничего. Нету дропа. Вижу справа дроп небольшой. Нет, только не эти прыжки. Фух. А там машины, да? Там машины. Там машины, и они, наверное, заберут сейчас. Нет, не поеду я туда. Блин, он за мной едет, прям по пятам. Ну... О, ровно прямо дроп. Ровно прямо дроп. Он на чем-то едет. Он хочет меня догнать и забрать мой дроп. Я уверен. Ой, он очень быстро едет. Нет. А кто-то врезался, а кто-то врезался, а кто-то врезался. Это мой дроп. Не бери, не бери. Не бери. Ты зачем взял 6-й уровень мой? А поехали. А попробуем. А я на ходах. А ты в камнях. Где-то ты не в камнях. Ну врежься в камень, пожалуйста. Дай мне шанс-то. У тебя 6-й уровень, у меня 1-й. У меня больше шансов должно быть, чем у тебя. Давай, разгоняйся. Вот, вот так вот. А фиг тебе. А фиг тебе. Фигушки. Ой, там деревья. Ой-ой-ой. Я понял, что там. Ах ты какой! Ах ты какой! А я объеду сейчас тебя. А я объеду. А я успею быстрее тебя. А может, не надо было так делать? Может, надо было с той стороны проехать? Блин. Я не знаю, сделал я правильно или нет. Кто поехал с этой стороны объезжать это озеро? Надеюсь, что я сделал правильно. Если я сейчас объеду его, это будет просто обалдеть, как круто. Нет. Все отлично. Давай. Отлично. Вот чуть-чуть срежем.
Вот так вот. Надеюсь, тут нет ничего. Отлично. Отлично. 1,4 километра. Давай, 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 давай. 1 километр. Блин, он может быть уже там. 900 метров. Быстрее, Ниссанчик, давай. Я его не вижу. Не вижу его. Да, я выиграл его. Я выиграл. Я выиграл. Да. Тут было дело принципа. Ариэль Номад. Погнали. Вот это было потно. Аж ручки спотели-то. Так. Там Вольво, да, по-моему, едет? Надо предлагать ему гонку. Почему не предложили? Тут было 4 противника, и я был пятый. И угадайте, кто остался без соперника? Понятно. Я. Кто-то 10 уровень нашел на фунтике. Угу. Да уж. Если он мне попадет. А 25 человек осталось, это ну, довольно-таки мало. Это где-то половина катки. Так, тут ребятишки едут к нам. А вот там кто? Вот там кто? 25 уровень, наверное. Самолет. Да? Вы вообще на чем едете? Я чисто так ради эксперимента сюда приехал, вдруг посмотреть, тут может что-нибудь есть. Я, конечно, с ними не очень хочу гоняться сейчас. Хотя, блин, может погоняться с ними. Что у него сейчас? 7 уровень какой-нибудь, да? О, нет. Надо уезжать отсюда срочно. 7 уровень это не для меня, особенно и против Мерседеса, но куда там? Тут вот по этим сучкам, вот, вот, вот как я буду ехать. А Мерседес тяжелый. Он проедет. Опа, 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 опа! Седьмой! 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 Ну, у меня был что, конечно, но ничего страшного. Ну, без гонки получил. Бесплатно. Бесплатно, без смс регистрации. А вдруг там десятый? А вдруг там десятый? Тут как будто прям джунгли зовут, так сказать. Нет, не зовут, не зовут. Не зовут сейчас. Кто там? Кто там? Это Фунтик, что ли? А куда? Ага, налево будет гонка. Он ждет меня. А давай. А давай. А вот туда гонка будет, прямо. Что? Что? Он знал? Как он знал? Ну все. А вот тут я уже и попался. Все. Спасибо, все. Спасибо, спасибо. Готовься вылететь. Он знал, где финиш. Он знал. Это не. Это я считаю несправедливо. Полная несправедливость. Да. Грустно. Но мы не грустим. Мы двигаемся дальше. Сейчас было 15-е, а следующее будет 1-е. И только так. Только на таких движениях мы двигаемся. Ну, или вот на таких движениях двигаемся. Ну, тут как бы, как повезет. Ну, давай, отклеюсь, пожалуйста. Вот так вот во время гонки, прикинь. Вот так, прикинь, во время гонки. Давай. Ну, ты же гребешь задними колесами. Ну, что ты обманываешь-то? Ну. Спасибо. Т
Чисто на Dodge Off-Road проходим. Как бы, а почему бы и нет, правильно? Правильно. Так. А тут есть что-нибудь? Тишина. Нет, идем в пустыню. В пустыню. В этот раз выручит меня она. Моя сладкая пустыня. Спасибо. Давай, 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 пустыня, загружайся быстрее. Там песок, там грузиться нечему. Быстро так, чик-чик, загрузился и поехали. Не, ну пустыня, ты что, меня подводишь, что ли? Это что такое вообще? Нету дропа. Дропа нету. Там есть, но я не успею, там уже заберут его. Пустыня, ты разочаровала меня. Я разочарован. И тут ни одного соперника нет. Вот это подозрительно. А зона? Понятно, как обычно. Сейчас будем зоной еще гоняться. Что лучше, с соперником погоняться или с зоной? Конечно, зоной. Зона же так много дает плюшек. Понятно все. Ford Focus. Ну ладно, возьмем. Чуть-чуть побыстрее, наверное, будет. Хотя... Вы видите, да, мое выражение лица? Он вообще не едет. Зачем я его взял? Что то, что это. Одно и то же. Все фигня. Вон там дропа дофига. Вот там дропа, я вижу, валяется много. А может соперника взять? Вот так вот просто взять и начать с ним гонку. А чтобы не чувствовал, что он раз один тут катается. Наверх. Я правильно же понимаю, да, тебя? Вот я думаю, что лучше сделать. Я думаю, что заберусь я здесь, пожалуй, потому что я не поеду там забираться. Не знаю, насколько это правильно. Мог, конечно, там заехать где-нибудь. Противник поехал объезжать. Возможно, он делает правильное решение. Ну давай, Ford Focus, давай. Карабкаемся изо всех сил, как говорится. Но нет, он там точно не заедет, мне кажется. Вот так вот аккуратно, елочкой. Бочком, бочком, точнее, заезжаем. Ой, вот здесь я не знаю, получится ли. Надо на скорости. Давай, 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 фокус, давай. Ой, молодец. Молодец какой. Супер. Вот так вот. Теперь здесь еще закарабкаемся. Но тут придется объехать. Тут мы не заедем. Тут мы не заедем. Не, конечно, можно попробовать. Не, бесполезно. Надо ехать, объезжать. Быстрее объеду. Здесь можно попробовать. Супер, заехал здесь. Все, и теперь летим. Летим по прямой. Давай. Интересно, как там дела у моего соперника? Он там карабкается. Блин, у него четвертый уровень. Вот ради чего только я гонялся с ним. Он там что-то карабкается еще. Ну, как говорится, удачи тебе. Я, кстати, могу сказать, что он там может заехать. Там возможно заехать. Так-то. А вот здесь мы срежем. Вот так вот аккуратненько. А теперь вот сюда направо. И тут камни какие-нибудь будут сейчас, да? 500 метров.
Блин, не заметил камень этот. Соперник-то почти заехал уже. Ну тут сейчас камень будет какой-нибудь, нет? Или здесь? Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Аккуратные движения делаем и получаем четвертый уровень на выбор. Вот так. Вот так аккуратненько. Так, какой же четвертый уровень выбрать? БМВ возьму. Ну что-то мне кажется, как будто он побыстрее будет чуть-чуть. Все-таки джип, как бы вот по всяким вот этим вот. Так, по идее у нас должен быть новый дроп, но я его здесь нигде не вижу, поэтому, наверное, нас съедем. Ё-моё. Не лучшее место я выбрал для того, чтобы съехать. Надо вот тут объехать, если получится. Получится! Вот так вот, вот, вот так вот. Так, поехали вниз куда-нибудь съедем. И там найдем себе соперников нормальных. А тут этот четвертый уровень, ну... Просто была гонка в зону, я так считаю. Ну, нормально, кстати, он гребет так в гору прям. Так, где бы мне кого-то найти? Может, дроп какой-нибудь поискать? Все-таки четвертый можно найти, шестой там. Пятый спокойно находится. Ну, а я нахожу только деревья. Деревья нахожу только. Деревья почему-то лучше, чем... Вот там есть человек. Можно погоняться с ним, наверное. Успею я до горы, успею, успею. А что он там делает? А что он там один забыл? Стоит в конце зоны что-то. Поехал куда-то. Чё он там стоит? А, он дроп собирает. Я понял тебя. Понял тебя, дорогой. А я тоже чекну дроп. Понятно, тут не очень. Дерево тоже не очень собирать. Ну, что поделать. Сейчас мы тебя догоним. Если ты, конечно, десятый не возьмешь. Ты под мост упал, что ли? Блин, вот ты бедняга, конечно. Где он там? Где? Где ты? Давай. Все, хватит тут кататься. Давай, четвертый против четвертого. Поехали. Как говорится, сегодня у нас веселый. Ну давай, давай. Спасибо. Вон зона прям туда будет. Ничего себе, я его потолкнул, вот это он ускорился. Ладно, больше не буду его толкать. Ты в дом летишь, ты знаешь? Так, 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 камни. Еще камни. Нет, вот это плохо, это очень плохо. Ну какая крыша? Какая крыша? Тьфу ты, ё-моё. Ну все. Вот опять. Просто на крышу. Ну зачем ты на крышу приземлился? Я так долго этот X выбивал, конечно. Я в шоке. Да. И все, тут больше нет ничего. Вот это камни были. Он, конечно, получше траекторию нашел себе. Кто-то девятый нашел. Да, и все, да. А, я понял, ты перелетел так, как и я. Ну ладно, ничего страшного. Ищем следующую. Помните, в прошлый раз было 15, а сейчас 14. Не говорю, что будет в следующий раз 13, но я думаю, что будет меньше 14 точно. В этот раз что-то пустыня подвела, но я думаю, что если еще раз попробовать на пустыню, я думаю, не подведет она. Думаю, что с пустыней все должно быть в этот раз хорошо. Давайте вот так вот разгонимся, проедем. Вдруг сейчас какой-нибудь дроп прям вот здесь вот окажется, и я увижу его. Давай, находись. Главное, чтобы не на поворот. О!
Есть что-нибудь? Тишина. Нету. В пустыню стартуем. Еще раз в пустыню. Сейчас точно прокатит. Покрутимся, покрутимся, повертимся, покрутимся на каруселечке на нашей Ниссанчик. Блин, почему сверчки сверчат? Все, пустыня меня больше не любит. Пустыня говорит, что у меня есть только песок, а машин нету. Все машины, которые были в пустыне, превратились в песок. Там везде есть люди. Вот везде. Вот там есть человек. Справа есть человек. Везде есть. Все, там справа четверку взяли. А далеко к зона? Ух, ё-моё. А чё, он стоит? Он стоит, да? Ожидает. А вот тут дроп. А вот тут дроп. А что это у нас такое? А это пятый уровень. А как насчет... Я понимаю, он АФК, это, конечно, неправильно. Эй-эй-эй, давай выезжай-ка отсюда. А что, если предложить ему гонку поехать? Ну, он АФК, ну, мне кажется, он не будет гонять. Ему сейчас зона съест, в любом случае. А так съем я. Ну, как бы, мне кажется, лучше я съем, чем зона. Это, как бы, правильнее будет. Ну, мне так кажется. Прости, братиш. Блуиш кейс. Зона-то, конечно, надвигается. А где финиш, кстати? До горы? Ну, типа, как-то там на горе почти. Начало горы. Пригорье. Под горой. Подгорье. Музычка поиграла. Спасибо. Там, кстати, дроп еще есть слева. Наверное, я сначала возьму шестой уровень, а потом можно и доехать. Хотя у меня вообще, как бы, я мог и съездить, аж вон, цена ФК. А, все, он вышел. Тогда съедем, посмотрим, что там за дроп. Пинхал за чел. Пинхал the Олла, наверное, так. Где дроп-то тут был? Все, его уж нету. А нет, он там есть. Но я не успею. А тут зона уже прибежит. Бежит зона за мной. А вот там человек. Молодой человек, остановитесь, пожалуйста. Я вас хотел бы позвать погоняться со мной. Молодой человек. Молодой. Молодой человечек. Блин, тут эти кусты. Подожди меня, пожалуйста. Я так сказал, тебе хочу. Вот прыжок небольшой делаю. На колеса, на колеса. Ну, конечно же, на спину. Он как кот. Только не приземляется на лапки. Капец, ее шатает. Вправо, влево, влево, вправо. А чё никого нету-то? Где кто? Где все? А почему там все находят? Седьмой, восьмой уровень. А у меня вот... Пинхал зачёл. И то, который я сам выбил. С помощью человека, который за АФК шел. Ну, как бы. Считаю все справедливо и честно. А им просто достается. Какой-то восьмой, седьмой. Надо. Надо забирать. Вот, вот он. А это, по-моему, если я не ошибаюсь, Камара. Правильно? А и не Камара. Ну, предлагайся. Давай. Спасибо. Ну что ты, братишка, притих? Ну, кстати, у него он едет на Audi, и Audi это, извините меня, Quattro. Четыре колеса. А когда у нас четыре колеса едет, значит, что? Значит, они просто едут. А мы на баге.
А у баги что? Тоже четыре колеса. Нестыковочка получается. Интересно. Рандомный факт от Михаила. Опа, тут это моча. Тык-т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 ык. Никакого электричества теперь не будет ни у кого. Все электричество забрал. Там вот справа такой дроп, он прям такой розовый-розовый. Но, тем не менее, я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это очень плохо. Я понимаю, да, ты тоже так же пролетел. Гонка завершена. Я так думаю, что он пролетел все-таки. Да, спасибо. Так, тут где-то был кто-то. Вон он. Так, вернулись опять к Порше. Мы на Порше. И едем забирать кого-то там. На чем-то там. Порш, конечно, тяжелый вообще, капец. Неуправляемый такой весь. Я еду, и я на Порше. Не для гонок. Вот тот он не для гонок. Вот, вот именно этот Порш. Не знаю, почему, но вот тут я чувствуется, как будто он не для этого. Мне кажется, это пятый уровень, да? Это Порш, по-моему, тоже, да? Сейчас будет Порш против Порша. А, это вообще Ниссан был, понятно. Здесь аккуратно вот так вот съедем. Да и поедем. Поедем аккуратно. Чуть-чуть вот так вот прямо проедем здесь. Вот здесь вот. Здесь вот теперь налево. Ну так, по прямой, я думаю, поедем лучше. Не будем ехать по шоссе, хотя можно было ехать по шоссе. Я думаю, что если я поймаю какое-нибудь дерево, ничего страшного. Против первого уровня все-таки, ну... На такой машине можно себе позволить делать какие-нибудь вещи. Это мост, по-моему, да? А на мосту надо быть осторожным. Там врежешься и все. Пиши пропало. Так, 800 метров. И я думаю, что все-таки это восьмой уровень. Ну, я еду по прямой. Тут уже, ну, я не знаю, что может случиться. По текстуру провалюсь тогда только, если. Ну все, это восьмой уровень. Это восьмой уровень. Это отлично. Вот там кто-то едет. На какой-то баге. Это девятый уровень, по-моему, да? Это очень плохо. Слава богу, что он уехал отсюда. Потому что я сейчас на Камара бы тут дрифтовал бы. А он... Это кто? Это кто? О, это мне надо. Это мне надо. Ничего не вижу. Куда ехать? Супер, у меня по прямой. Давай, вперед. Ну, кстати, ой-ой-ой-ой, зачем такой прыжок был? Блин. Ой-ой-ой. Ой, нет. Давай. Ну, как так-то? Ну, Камара, ну, ты же Камара, пожалуйста. Давай там пятую передачу включай. Ё-моё, тут еще... вот это эпично было. Ух, аж сердце забилось. Вот это я там залавировал, долавировал, да и было вировировировал. Фух, девятый уровень. Вот это было реально потно прям. Фух. Так, кто у нас тут? Как будто такой же девятый уровень. Чуть-чуть объеду. Нет, давай. Нет. Черт! Как же он так? Это все из-за того дерева.
Ё-моё. На 9 уровне. Обидно. Но была эпичная гонка, конечно. Жалко, что не выиграл. Ладно, последнюю катку давайте сыграем. Но я говорил, что будет меньше. По-моему, был 9-й, что ли, у меня место. Какое-то такое было. Поэтому я думаю, что сейчас еще будет меньше. А это значит топ-1. Ну, хотя бы топ-3. Ну, не, ну, топ-1. Я рассчитываю топ-1. Ну, как бы, наверное, строить план и придерживаться, чтобы я шел к нему. Ну, давай. Любое место быстрее. Вот тут. Начинай. По-любому будет какой-нибудь дроп где-нибудь тут недалеко. Ничего не видно. Ладно, предлагаю начать с стадиона. Стадион заезжаем, берем дроп. Там всегда бывает дроп. Это же стадион. Стадиончик. Стадион, трибуны, болельщики. Все сидят. Там еще дракон, кстати, из-за китайского Нового года летает. Тоже очень интересно. Ой. Позволю себе немножко вот так сесть. Погнали. Давай. Я слышу, он сзади есть. Ё-моё. Нет, здесь нет его. Нет уже? Нету. Почему мне так показалось, что он есть? Очень близко фиолетово. Ну раз фиолетовый дым, должен быть фиолетовый уровень. Пожалуйста. Ну ладно, 4-й уровень, лансер. Хорошее начало. Берем и стартуем сразу искать человека. Вот там, где пирамиды, есть дроп. Но проверить есть, что ли. Блин, хочется искать человека уже. А тут что-то катаемся. Ищем что-то. Вот все ищем, а найти не можем. Вот может быть, если бы я не искал, а гонял бы, может быть, что-то изменилось бы. Может быть такое. Кто-то что-то взял. Давай. Где ты? Ну, появись. Понятно. Просто из-под носа забрал, как говорится. Правильно, а почему бы и нет? Так, а зона вообще где? Ага, мы в центре, прям в самом центре центра. Так, тогда я предлагаю... Правый, левый, левый, правый, центральный. Кто? Кого брать? Вон за ним поедем. Залево. Он мне нравится. Он, в принципе, там где-то что-то делает. По-любому, он не в гонке. Ой-ой-ой, мост. Супер. Хороший прыжок. По-моему, это 3-й уровень или 5-й. Да? Это Вольво, по-моему. Да? Что это? Я не вижу. Ты где? Он прячется с деревьями. Он любит дерево. Он добывает дерево. Он древодобывающий человек. Да блин, ну почему ты... Зачем ты гоняешь от меня? Давай погоняем просто. Зачем искать дроп? Он тупо едет за дропом. Он взял его? Ну?
Жесть, он от меня уезжает. Просто уезжает. Я не могу за пешком угнаться. Жесть. Второго уровня всего лишь. Что за кошки-мышки-то, а? Спасибо. Спасибо. Хорошо, спасибо, что не врезался в меня. Ну, кстати, пока первый едет. А это что у него, гольф? Гольф. А это вот Peugeot. А я думал, сова. Четвертый и второй уровень, а? Как вам? О, а вот и пятый уровень. Отлично! Как вам, а? Это просто каламбур какой-то, я считаю. Давай, давай, уезжай. Гип-гип, я уезжаю, конечно. Чисто каламбур, я считаю. Ну все. Ой, ладно. Опять не получилось. Ладно, всем спасибо за просмотр. Я думаю, что нужно поддержать лайками, и тогда все получится в следующий раз. Всегда так говорю, на самом деле, но это реально помогает. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, и до скорой встречи. Пока-пока.